Всем наидобрейшего утра. Времени 7:40. У нас утро начинается с чая. Без лимона, правда. Надо будет лимон обновить, потому что он уже такой скукоженный. Запускаемся, нужно развернуться и будем заезжать. Это тоже наш аксорчик рыжий. Тоже на разворот. Так, сколько у нас градусов? Так. Ноль. Ну, в принципе, стоим на земле вроде как. Отлично запустился. Даже один. Все, всем еще раз доброе утро. После старта 00000. Огромнейшее спасибо охраннику. Без проблем развернулись. И все. Переночевали мы, ребята, бесплатно. Здесь стоит, по-моему, Антоха. Вчера мы с ним вместе подъехали, подписчик канала. Но у него загрузка в 2, он, короче, говорит, буду спать, как высплюсь. Я говорю, окей. Да, стояли мы, в общем, на нормальном покрытии. Переезжаем вот к тому КПП, идем, узнаем, есть ли мы в списках, и заезжаем. Комас Логистика, 013 номер. У меня 3 шестерки, стоим тут. Такие... Рефик. Тут еще одна машина наша ночевала, Аксор. И ДАФ ночевал, потому что мест нет на стоянке. Пока, ребята, день начинается без буксований. Так что все хорошо. ДАФу, в принципе, можно назад сдать, но сейчас я ему скажу, что запускают развернуться. Мы уже на территории, оформились. Заявка у меня на 9. У меня часовой запас 8.02. Пойдем, зайдем, постучим окошко, скажем, девушки, я тут, если что. На первом месте загрузки готово, времени 12. Ребята, включил фильм двухчасовой, 1:51, называется, я потом, когда закрою, видно будет, как называется. В общем, фильм про то, как 3 космонавта, один какой-то ученый, медичка и капитанша. Полетели в космос, взлетели, спустя 12 часов, они там уже, короче, шалтай-болтай делают. Идет капитанша и видит на полу пятно крови, лужицу такую маленькую. Пальцем такая хлоп. Да нет, нет, ну то есть поняла, что это кровь. Опять какие-нибудь мемы наснимают, а то про меня я что-нибудь сделаю и начинают представлять всякие мемы, есть там видосики. Вскрывают, ну, смотрят на потолок, видишь, что с потолка. В космическом корабле есть потолок, нет? Или крыша, как она правильно называется. Вот. Скрывают этот щит, оттуда мужик выпадывает. Короче, какой-то ремонтник оказывается, у которого сестра, ну, вдвоем живут. У сестры, то есть, ну, понятно, у него и у сестры ничего нет. Никого нет, то есть. Так. Ага, кольцо, спасибо. Он сраный. Что-то ремонтировал перед вылетом этого космолета, привязался страховкой, а страховка, то ли страховка не выдержала, то ли он вообще не привязался, он упал куда-то вот в этот корабль и бок себе пропорол. Потерял сознание. Взлетел самолет, короче, этот шаттл, и все, они, короче, его откачали, ну, то есть сделали ему там... Прежде чем говорить, надо сначала слова изучить. Заделали ему рану, зашили, все, он без сознания, короче. Приходит сознание, все там чем-то занимаются. Пришел такое сознание, смотрит в иллюминатор, а там космос, и он охренел. Вот, короче, они все добивались, спрашивали, нужно же обучение, чтобы там в космос. А он, получается, простой работник. И они спрашивают у своего начальства, типа, кто он вообще, пробейте, стоит нам его бояться или нет, может, нам его изолировать вообще, может, он специально на самолет пробрался. А успокоили, типа, говорят, нет, это простой рабочий, да, у него сестра, за сестрой поставили опекунство. Так, мне сейчас тут надо выехать, вот так, с зазорчиком. Сейчас уберу телефон, а то валист скажет, что я... Природа, природа. Разрешите мне? А я сейчас их пропущу, газелик, потом вытянусь вперед. Это не газельки. Нет, это газелька. Сейчас мы их пропустим и вытянемся, потому что у нас тут
сейчас можем вытягиваться. Поехали. Узковатый, короче, он. Так вот, выхожу. И то это по самому краю получается. Вот. И сейчас они думают, что с ним делать. А улетели они на 2 года. То есть он получается без опыта, не знает вообще ничего, когда закрывать эти двери, там, если там не хватает кислорода или разгерметизация. В общем, сейчас я приеду, пока меня будут переполечивать, будут досматривать такой вот фильм. И они решили, чтобы он не сидел без дела, он сам еще сказал, что типа я 2 года без дела сидеть не буду, вы мне подсказываете, я буду делать хоть что. Вот. Заинтриговало, что за фильм. Так, запоминаем, 33.11 и скажем, что за фильм. Вот. Дальний космос. Поехали. Тут, ребята, пипец. Я ходом думаю до твердого, но, скорее всего, будем буксовать. Я припарковался. Низкий уровень воды в бачке стеклоочистителя. Воды написано главное, а не жидкости незамерзающей. Пойдем доливать, у нас 4 штуки. Пропала сама. Не, пойдем дольем сразу. Здесь есть, открывается этот ящик. Это кнопка открывать этот ящик. Когда же мы помоемся? Нажимаем 2 раза. 1 раз. Все, он не откроется, как бы отщелкнулся. И 2 раз. Все. Поднимаем, здесь есть фиксатор. Поднял. Чик. Я его прибрал, конечно, весь. Так, 2 у меня здесь, 2 у меня на полу. Тогда выльем те, которые на полу. Это у меня обезжириватель. В верхний ящик я его не ложу, потому что с этого, даже если с ним что-то случится, он вытечет на улицу. Но с ним, по идее, ничего не должно случиться. А в том ящике у меня все равно что-то такое и острое есть, и такое. Не дай боже, там проткнется, это все будет пахнуть через спальник. А выкидывать жалко. Я предложил шефу, я говорю, шеф, забери, может, вам пригодится. Он говорит, тебе тоже пригодится, пусть будет у тебя. Все, берем маленькую воронку и вперед наливать. Наливается, конечно, ну тут сделали мастера. Капот открывается, здесь такой язычок. Покажу, я видно его, нет? Вот он, язычок. Просто руку засовываем, берем и туда. Оп. Все. И с этой стороны также. Кто на актер сядет? Хоп. Все. Если капот мокрый, когда его открыли, вот так вот немножко потрясли, с него скапало все и все. Сюда наливается жидкость. Я только не пойму, как его собирали, что у него крышку вот эту открутить мешается проводам. Вот ты ее откручиваешь, и она здесь щелкает. Отодвинуть это сколько усилий нужно. Сборка наша. Хомутиков, конечно, не пожалели. Целая куча, ребята, хомутов. Как будто как изолента, да? Завод. Пипец. Новая машина. Здесь тоже как будто как изолента. Вот. Здесь не касается ничего. Как вот переделать, чтобы она немножко сюда ушло? Наверное, никак. Надо было вот эту с этой соединить вместе, а косу немного сдвинуть. В общем, вот так вот это все происходит. Вот она уже открутилась, но она не дает. Все, она откручена. Ее надо вот таким вот. Мерседес. Раша. Аккуратненько кладем. Так, и пойдем незамерзайку брать. Открыта у меня тут дверь, нет? Нет. Ключом открывается сначала одна, потом вторая, вторым нажатием. Ставлю вороночку, будем наливать. Так, верхний ящик открывается точно так же, ребята. Кнопка. Одно нажатие. Все, то есть его не открыть. И вторым нажатием. Все, открывается. У меня здесь припасена специальная вороночка. Вот такая. Ну, ее протираю, закрываю крышку. Пока не закрываем. Покажу, почему специально. Здесь у меня чуньки выбегать. Чтобы не держать. То есть она сделана, горловина тоже неудобно. Ну, конечно, удобнее, чем на АК-40.
Сейчас я откручу пробку. Одной рукой неудобно. Откручу пробку. Куда снимаю? Открутил пробку. Вставляю эту вороночку. То есть другая воронка тут держаться не будет. Она, ну, конечно, специальную, если там какую-то купить. Вот у меня вставляется горловинка. И вот этим местом, вот видно, сюда так хлоп. Блин. И все, она держится. И спокойно наливаю. Достаем незамерзайку. Да, нажал кнопку там. Незамерзайка. Это у нас с базы, которую Димка мне передал. А так купленная. То есть нам дают незамерзайку. То есть не обязательно ее покупать, я просто купил. Минус 30, где ее купили, не знаю, но незамерзайка хорошая. Конечно, в 30 замерзнет любая, ребята, даже если на заправке покупать. То есть 2 у меня сейчас влезет. Откручиваем пробку. Вот тут она уже 2 руками наливаю. Я, ребята, сам кое-как заехал, я протянул до ворот и потом потихоньку тронулся. Ну, такое более твердое место. Сейчас пойдем помогать, коллега забуксовал наш, только я не вижу, какая машина. Так, капот тоже не хлопаем, вот я его аккуратно хлоп. И здесь вот жесткое место. Хлоп, все, застегнулся. Потому что весь пластик, ребята, тут такой. Все, больше не надо. Все вот сюда, в угол, как бы в две пластмассины. Щелк, защелкнул. И здесь. Все, пойду я помогать, возьму лопату. У, ребята, вытащили. Благо в организации есть соль и лопаты. Все, сейчас назад отъехали. Я сейчас проеду на всякий случай, чтобы его назад еще что-то дернуть. Поехали. Побуксовали мы, ребята, изрядно. Вытащили КамАЗика. Мерседес подъехал. Лопаты накопались. Нормально. Но я остался, потом подождал, пока Мерседес с разгону зашел. Ну, на случай, если не зайдешь, чтобы я его задом вытащил на дорогу снова, на вторую попытку. Зашли все. Поехали. Времени 14.13. В добрый путь, Николай. Добрый-добрый. Так, я не продолжу смотреть этот фильм, но мы его запомним. Сейчас я сделаю фотку и уже вечером посмотрю, интересно, что там. Поехали. Время вечереет. Ребята, заедем-ка мы за пельмешами. 18.32. Здесь магазинчик продуктовый. Неплохой такой. И припарковаться можно. Возьмем пельменей, сосисок. И посмотрим, на что глаза у нас глядят. Да, а перец еще надо взять. Соль есть, перец надо взять. И майонез какой-то я взял на перепелиных яйцах. Он мне не понравился. Надо взять другой. Паркуемся. И снова у нас рубрика «Чего же накупил Николай?». Пельмени. Я их в морозилку пока не буду убирать, как раз дойдут. До стоянки осталось, ну, полчаса, наверное. Сосиски до 31 декабря годные. Маленькие, чтобы холодильник часто не открывать на ходу. Тархун. Буратино. Молоко. И что-то еще было же маленькое, по-моему. Не помню. Сыр, ветчина. Пластиками не было. Кофе я решил, хотя я кофе не пью. Взял на пробу маленькое. Пусть будет, мало ли кто в гости придет. Есть кофе? Я скажу, есть. Кириешки. Дорогу. Майонез. Тот майонез, ребята, придется ликвидировать. Еще одна кириешек. Пепси. Напиток богов. Спрайт. Напиток богов. Перец. Теперь у меня есть свой перец. Молотый. 140 чем-то рублей, ребят, стоит. Охренеть. Я буду теперь перчить все. Ну и тут это не показываю. Не курите. Курение вредит вашему здоровью. Так, раскладываем в холодильник и поехали до стоянки. Сейчас я буду кашеварить. Да. 480 или 430 грамм там. Сделаю напополам морозилкой в холодильнике. 200 там чем-то грамм отварю. С майонезом, с перцем. И поем. Как раз пока фильм досмотрю. Поехали. Запускаемся. Приехали. Заходим, ребята, на стоянку. Оформляемся, паркуемся и варим пельмеши. Нормально. Да, должна быть разбита, конечно.
Во сколько поедем? А в часиков 6, наверное, может раньше. Здесь ставят 3 ряда. То есть во сколько скажешь, туда и поставят. Заезжаем. Охранник на месте, хорошо. Хорошая здесь кухня, душ хороший. И находится ровно посередине. От Москвы и Питера. То есть в любом случае ты загружаешься до обеда, спокойно доезжаешь. Что у нас? Ну да, пока припаркуемся, время 8. Отлично. Почищено. Здесь Александр работает. Он и на тракторе, и охранником. Короче, старший, видимо, этой стоянки. То есть за всем следит. Подписчик канала. С ним знакомы. Сегодня не он. У Санька трактор навернулся располовиненный, что-то с движком. Чем чистить будут, не знаю. Разберутся, наверное. Так, мне нужно встать перед красной кабиной. Короче, меня ребята поставили к забору. Это у меня, видимо, какая-то фобия за мной ходит. Потому что я сам придумал такой слоган. Сегодня я ночую у забора. У забора это, то есть, возле организации. Сегодня меня поставили к забору. Так. 66-й там едет. Все так раньше ездили. 70 это нормальная скорость была. Так, перед автовозом и перед красной кабиной к стене. Красная кабина у нас поедет, я не знаю, что там за машина, в 7. Нам надо, короче, до 7 свалить. Потому что объехать ему меня только через контейнер можно. А что-то автовоз тут как-то непонятно. А я сюда не влезу? Сейчас попробую, конечно. Я как настоящий дальнобойщик, ребята. Так, убавляем, чтобы за края не уходил. Сходи покушай. Нет. Будем готовить. В общем, я закинул все полкилограмма. Все, что не даем, лоток подготовил. Потом закрою, в холодильник уберу. Все, ждем, как закипит. Засекаем 6-7 минут. Красота. Чтоб ложку не марать, я вешаю вилкой. Ребята, на медленный-медленный огонь поставил. Запах в кабине просто обалденный. Ну, люк приоткрыт. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Мы кушать и досмотрим фильм. Пока уральские пельмени идут, показания делами. Пока-пока.